Дорогие друзья, всем здравствуйте. Сейчас новость прошла, что президент Российской Федерации Путин заболел. Надо сказать, что подобной информацией Кремль с нами делится, ну, на моей памяти едва ли не в первый раз, хотя, может быть, у меня просто плохая память. Ну, вот как-то раньше я не помню, чтобы Песков рассказывал о том, что президент вдруг зачихал и закашлял. Вы помните такое? Я что-то как-то вспомнить никак не могу. Естественно, это говорит о том, что та ситуация, которая сложилась и во внешней политике, и во внутренней политике, а, как известно, Путин по независимым рейтингам уже проигрывает Грудинину, и это, конечно, их обескураживает, то есть им есть о чем подумать. Но я сейчас хотел бы поговорить с вами немного о другом. Я бы хотел рассказать вам стих, который сочинил вот буквально только что, в это, скажем так, темное время суток. Ну, как-то вот родился этот стих, и он родился потому, что, собственно говоря, появилась такая новость о болезни Путина. Итак. Привет, Володя. Как дела? Как ситуация? Казна? Слыхал, ресурсы ты распродал? Под звон медийных подпевал. Понос соловушки, кисельки. Конечно, весело смотреть. Но в дерибане остановки порой важнее лицезреть. Ведь что осталось у людей? Нагромождение церквей? Оно, конечно, тоже объекты, но кто пойдет в них? Все ж раздеты. Зачем планируешь все рушить? Народ свой злобу устроить? Зажгешь костер, ведь не потушишь. А надо жизнь восстановить, чтобы у людей была работа, чтоб медицина, чтоб забота, чтобы суды, чтоб старый млад с улыбкой пили лимонад. Сейчас всем видно, что за годы закрыл ты фабрики, заводы, больницы, школы, даже банки. Ну, банки так, уже для справки. Что видим мы, к чему ведешь? Заканчивай, а то сорвешь. Сорвешь чеку и понесется. Народу много вознесется. Не жаль тебе, я это знаю. За ложь и наглость упрекаю. Ты бы ушел, пока есть шанс. Мы без тебя найдем баланс. Не нужен вождь, вождей уж хватит. Кондратий в кресле тебя схватит. Но если сам уйдешь, то, может, твой организм превозможет. А посему здоровым чтоб ты был и дальше, прямо в лоб, скажу тебе я без утайки, свободен, едь к своей хозяйке.